мясо и ее еда. У нас сегодня просто громадная пицца, и это необычная пицца. Это пицца mac and cheese, то есть она с макаронами. Я не смогла, ребят, выстроить кадр так, чтобы попадала и пицца, и моя голова. Это невозможно. Ну, как бы возможно, но у меня не получилось. И еще один секрет этой пиццы в том, что у нее колбасные бортики. То есть бортики колбаски. Перчик. Обожаю эту доставку, потому что они всегда кладут вот эти перчики. Тут у меня немножко соуса. Это кетчунес. Кусочки макарон. Первый раз такой пробую.
вообще, вот эти, знаете, злостные комментаторы, они удивительные люди. За вот это время ведения канала я столько уже удивительных о себе вещей прочитала. Он постоянно из видео